В Магаданской области прошла церемония открытия Всероссийского чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия-2021». В поселке Стекольный на базе Хасынского филиала горностроительного колледжа участники из 16 регионов страны, победители отборочных этапов конкурса, будут соревноваться в четырех компетенциях. Управление бульдозером, управление автогрейдером, управление экскаватором, управление фронтальным погрузчиком. Конкурсант из Москвы рассказал о своем участии в чемпионате. Я представляю компетенцию управления фронтальным погрузчиком. Что предшествовало, хотелось знаний, хотел победить, хотел, так сказать, расширить свой кругозор. Вот поэтому я здесь. Расположились мы в поселке Стекольном Магаданской области, расположились в общежитии, и все отлично, условия идеальные. Встретили участников презентации работ учеников Магаданского кванториума. Сегодня на старте чемпионата мы представляем 5 из 7 наших направлений. В первую очередь, конечно, это автоквантум, где ребята как раз программируют и управляют, пилотируют модели автомобилей, которые созвучны, да, тем компетенциям, которые заявлены на чемпионате. Сотрудники Центра занятости приглашали юных специалистов из других субъектов на работу в нашем регионе. Сегодня подходил, значит, студент из Великого Новгорода, интересовался вакансией механик, автомеханик, и его вполне устроила зарплата, которую мы показывали в данных вакансиях, как бы, и в планах у него закончить обучение, вернуться к нам в область, приехать. Большое внимание было уделено организации всероссийского этапа чемпионата на Колымской земле, так как направления, представленные в нем, стратегически важны для поддержания лидирующих позиций региона по добыче руд и процветанию местной промышленности. Сегодня у нас 80 участников. Мы надеемся, что из этих 80 участников хоть какая-то частица, доля вернется к нам в Магаданскую область, будет у нас жить, работать и на процветание нашего региона. По словам Александра Басанского, концерном «Арбат» был выделен призовой фонд, который составил 1,8 миллионов рублей. Всегда, ребята, надо приветствовать то, что вы идете работать по достойным, рабочим, хорошим профессиям. Там хорошие заработные платы. И именно рабочие профессии – это войска, которые всегда делают производственную программу. Гостей на Колыме также поприветствовали творческие коллективы области. Теперь участников ожидает знакомство с культурой края и экскурсия в областной центр. Соревнования чемпионата продлятся до 22 апреля.